Человек с никнеймом Трудный. Спасибо большое за донат. Ну, пока прекрасно. Признайтесь, захотели на заднее сиденье к нему. Я вчера не знал, что такое спасение. Я вчера не... Сука, православные, руки вверх какой-то прям. Хотя вряд ли это православное. Сука, обратите внимание, какое... Христианское музло какое все заряженное просто, как бы... Какое опасное вождение, его Иисус охраняет, чат, вообще забейте. Что это вообще, какой это, типа евроденс это или что это вообще за жанр? Если честно, то вот просто шутки шутками, а что-то здесь неспроста. Реально очень много христианского музла, ну, типа прям годного очень. Вот как бы и начинаешь думать, а может уверовать надо или что? То есть, типа, как бы вроде кринж, а вроде годнота. Постоянно такое. Но я тогда не знал, что Господь меня любит, что все мои грехи Он простит и забудет. Хоп, эй, аллилуйя, славьте Бога, Он живой. Хоп, эй, аллилуйя, радуйся, танцуй и пой. Хоп, эй, аллилуйя, всех людей благословляй. Хоп, эй, аллилуйя, Иисуса прославляй. Хоп, эй, аллилуйя, славьте Бога, Он живой. За Шреков каких-то надо танцующих добавить, там я не знаю, что такое. Просмотров. А кто это вообще закинул? Ты где это нашел? В донате просто смайлик и ссылка. Я не знаю, короче, как бы... Я уже врубал тоже в каком-то реакте, типа, есть группа, называется «Размер неба».
То есть сидишь такой, то есть, вот знаете, в чем самая главная подстава, то есть что очень любят делать христианские рок-музыканты там, или, ну, просто, короче, в христианской музыке. Сидишь, слушаешь, ни о чем не подозреваешь, и тут на, сука, Иисуса тебе просто внезапно вставляют. Ты сидишь такой, классный альтернативный рок какой-то, прикольно. Тут ты такой, что? Стоп. Стоп, стоп. Но этот трек сделан прям максимально по схеме Картмана, то есть берешь старую классную песню, заменяешь слово «детка» на «Иисус», как бы. Вот, жизнь не имеет вкуса, если нет с тобой Иисуса. Он один. Вот, и что-то постоянно натыкаешься на что-то такое, типа, либо донатят, а там как бы вообще, там, музло заряженное. Такой, блин, черт, опять заскамили, опять христианское музло оказалось.